Друзья, всем привет, с вами Света, ваш шопоголик со вкусом. И сегодня мы с вами отправляемся на шопинг в один из моих любимых магазинов, в Sela. Что мы сегодня будем с вами смотреть, это верхняя одежда. Я всегда читаю ваши комментарии и ваши запросы, стараюсь как-то подстраиваться, потому что, конечно же, мне и самой уже хочется снять эти все зимние вещи для того, чтобы одеть что-то легкое, да вообще новое. Поэтому сегодня мы с вами смотрим верхнюю одежду, новая коллекция Sela. Будет интересно, пойдемте смотреть. Я, кстати, нахожусь сегодня в торговом центре Метрополис. Здесь довольно большой магазин. Тут уже вовсю весенняя коллекция. Хочется прям рассмотреть все более подробно. Меня сразу привлекли вот эти свитшоты. На спине очень прикольная надпись. Кстати, очень даже приятные, плотные и мягкие. Кстати, многие из вас писали о том, чтобы показывать уже какие-то весенние образы, весеннюю верхнюю одежду. Здесь у нас представлены бомберы. И такие. Бесценные пока что. Бомберы стоят 5000 рублей. Что ж, мне понравилась красная. Кстати говоря, я взяла размер побольше, для того, чтобы был такой оверсайз. Но, видимо, размер XS будет тоже вполне себе нормально смотреться. На мне же сейчас ML. И что хочу сказать. Конечно, после всех наших зимних нарядов это все такое легкое, это так приятно. Уже жду не дождусь, честно говоря, когда можно будет одеться полегче. Я считаю, бомбер — это вообще супер универсальная вещь и очень классно смотрится. Тем более, что действительно мы сейчас носим чаще всего какую-то спортивную, да, одежду, там те же самые джинсы или какие-то треники, лосины и так далее. Очень уместно, очень даже классно. Рекомендую. Я бы обратила внимание на такой бомбер. У меня есть, если помните, из MAC зеленый. Тоже классно. И вообще люблю яркую верхнюю одежду. И вам советую. Кстати, очень прикольная куртка. Во-первых, красивый цвет. Знаете, такое что-то между бежевым и серым. Классные детали. Кажется, что здесь рукава отстегиваются, но нет. В общем, такое с капюшоном. Надо тоже примерить. Здесь еще, видите, утеплитель, поэтому вообще классно. Легкий в уходе, невесомый материал, сохраняет тепло и очень мягкий. Это прям классно и то, что, конечно же, нам нужно. С ценами как-то вот проблемность. Пока что, видимо, совсем новая коллекция. Вот, такой стоит 6600. Ну, прям классно смотрится, за счет своих деталей выглядит довольно-таки дорого. Ну и плюс, смотрите, на мне сейчас размер XS, соответственно, все равно смотрится очень даже неплохо для тех, кто не любит прям совсем оверсайз. Конечно, вот эти вот темы, вставки делают такие крылья, но, не знаю, по-моему, смотрится прикольно. Дополнительный объем я люблю, и никогда он не помешает. Детали хорошие, правда. Сама куртка как бомбер выглядит, да, но здесь есть капюшон, есть вот такие вот классные и качественные довольно-таки шнурки, есть кармашки, вот такие вот закрывашки и так далее. Ну и вообще, конечно, цвет тоже очень даже неплохой. Как вам? Какой выбираете, этот или более классический вариант? Также здесь такая коллекция с животным принтом. Смотрите, какие джемперы. Не знаю, мне в детстве вообще такое не особо нравилось, но чем старше я становлюсь, тем мне кажется, что это очень даже стильное и иногда очень круто смотрится. 3000 рублей стоит такой джемпер. Ну, только посмотрите вообще на этот леопард. Слушайте, это надо мерить. Так, ну еще одна очень классная куртка. Мне кажется, впервые я примеряю что-то такого плана, именно животный принт. Мне, правда, очень нравится. Мне кажется, очень интересно. Еще, конечно, сочетание цветов прям идеальное. Ну и сама куртка очень классная. Смотрите, она укороченная. При этом на мне сейчас размер M. Соответственно, если взять S, то будет еще короче. Здесь все это дело, видите, затягивается. Поэтому, если взять меньше, то будет где-то вот так вот. Я такие куртки тоже люблю. На весну вполне себе. Накладные карманы, все на кнопках. Здесь очень, кстати, прикольная деталь. Смотрите, такой большой замок, что делает куртку тоже классной. И что, конечно же, мне нравится, это капюшон, который отстегивается. То есть можно и вот таким вот образом поносить, и, конечно же, все это дело снять. Здесь у нас с вами рукавчики, ничего задувать не будет. И вообще хочу сказать, что куртка довольно-таки теплая, 6500 она, по-моему, стоит, что можно как бы и сейчас купить и еще носить. Вижу еще одно очень даже интересное пальто.
кажется, что оно не сильно теплое. Давайте, наверное, тоже его примерим, посмотрим. Но смотрится, конечно, очень даже интересно. Так, по цене стоит такое 8000 рублей. Сейчас посмотрим, что здесь у них в составе. Преимущество утеплителя из переработанного материала, да, тоже вот написано. Хочу вам показать, что здесь какие-то темы такие есть, почему-то, наверное, дырочка. А, здесь вот сломанная застежка, но хочу показать, что внутри куртки прям такой вот утеплитель. То есть, если она снаружи выглядит как какой-то дождевик, то внутри все это дело утеплено. Слушайте, ну выглядит очень даже классно, я пока не застегивала, хочу вам показать. А, длина прям отличная по цвету, обожаю. Знаете, такой как утепленный френч, при этом она невероятно, невероятно легкая. Мне нравится, что здесь нет кармана и, конечно же, все вот эти вот детали, которые действительно выглядят качественно. А, сама по себе ткань, да, которая вот такая вот шершавая, выглядит как-то необычно. Сейчас застегну, покажу вам ближе. Потому что, ну, прям неплохо, мне прям нравится, потому что действительно теплая, при этом невероятно легкая, и все подчеркнуто, и по длине прям отличная альтернатива всем уже таким, знаете, немного надоевшим нам тяжелым пуховикам. Прям очень классный такой на переходный период, когда сейчас уже, например, да, когда на улице ноль, либо небольшой плюс, все вот это вот переодеть из теплой куртки, но при этом какой-то тренч, понятное дело, и пальто, ну, еще как-то слишком слякотно и холодно. Поэтому тут прям все супер. Мне, правда, очень и очень нравится. Один из моих любимых вообще форматов, вот такие вот куртки, есть в сером цвете в двух оттенках, они прям как будто бы очень и очень теплые. Давайте посмотрим их стоимость. Так, у нас здесь полиамид, подкладка полиэстер, утеплитель полиэстер. Такая куртка стоит 7000 рублей. Ну вы только посмотрите, ну такая классная, с ума сойти. На самом деле, опять-таки, очень легкая и очень теплая. Если бы целая, не знаю, выпустила их в продажу или, ну, раньше, я бы, наверное, сейчас зимой с радостью такую носила, потому что по длине прям отлично все прикрывает, при этом очень женственно и как-то, не знаю, так по-кукольному смотрится вот эта вся тема. Сейчас вам открою, покажу. Можно не затягивать и тоже смотрится весьма уместно. Здесь есть капюшон, который отстегивается, выглядит неплохо, и он, правда, тоже очень и очень теплый. Цвет прям вот идеальный, не знаю, я такое очень и очень люблю. Смотрится супер с джинсами голубыми, вообще одно из моих любимых, наверное, таких сочетаний. Как вам, пишите в комментариях. Слушайте, ну такой выбор огромный курток, я за это сейлу просто обожаю. Смотрите, какая оверсайзная, большая, расклешенная, даже по бокам такие вставки, знаете, чтобы прям вот нормально было. Мне почему-то кажется, что это отдел для мамочек или нет. Для беременных, мне кажется, вообще классно, ну для тех, кто любит оверсайз, тоже. Приятная, легкая, стоит всего 5600. Вот, что еще очень я люблю, мне нравится этот тренд. Тут единственное интересное, на капюшон этот вшит, либо как, сейчас раскрою вам, покажу. Красивый шоколадный оттенок, не сильно такая легкая по сравнению с тем, что я вам уже показывала, но классная. Давайте глянем. 5800 такая стоит. Сейчас раскрою, покажу. Да, смотрите, здесь вшита, как будто бы у вас толстовка. Честно говоря, мне это как и нравится, так и не нравится, потому что смотрится, конечно, классно, такая вот многослойность, но при этом универсальность вещи, конечно, теряется. Если вы захотите, например, я не знаю, там в театр что-то одеть, да, и вот этот капюшон, он будет уже не сильно-то уместен. Но для каких-то спортивных образов почему бы и нет. Тоже похожем цвете, скрытые кармашки, какая-то очень легкая все и теплая, знаете, прям какая-то вот новая коллекция, отличная. Здесь вот переработанные материалы, и за счет этого, как я поняла, по этим этикеткам легкость соблюдается. 7000 стоит. И здесь еще очень даже классные куртки с накладными карманами, красивых двух цветах. Капюшон, который прям все тут у нас еще и закрывает, и отстегивается в том числе. Опять-таки, очень легкая. Смотрим. 5800
такая куртка стоит. Прям огромнейший, на самом деле, отдел с новой коллекцией. В следующий раз я вернусь для того, чтобы вам показать именно ее. Здесь также я вижу какие-то парки, что тоже очень даже классно. Вау, смотрите, здесь необычно очень сделано. Заклепками регулируется талия. Очень классно. Тут такие обманки в черном цвете и вот таком каком-то бежево-зеленом, я бы так назвала. Классно сделано, очень даже качественное. Не знаю, прям сейл, конечно. Не знаю, как у вас, но у меня топ просто по верхней одежде 6800 такая стоит. Из необычного. Здесь еще какая-то коллекция представлена с изобразительным искусством, да, на вещах. И есть вот такая вот куртка. Здесь принт напечатан. Популярная тема. Честно говоря, не сильно такое люблю, но расцветка неплохая. 8000 такая стоит. Еще немного курток. Ой, у нее такая ткань необычная. Слушайте, я прям по-другому все представляла. Если честно, выглядит как какой-то надувной матрас. Вот эти рукавчики, видите, они такие специальные. Но вот не знаю. Интересно, интересно, как это все. Тоже мы заботимся об окружающей среде. Утеплители переработанные. Это все, конечно, хорошо. 8000 такой стоит. Еще один мой любимый вообще формат курток. Я себе покупаю практически каждый год похожую. У меня есть такая же, влетала в такой Стамбул, потому что обожаю светлое, подходит подо все. Такой оверсайз, без капюшона, для того, чтобы была еще более универсальнее. И стоит 6000 рублей такая вот курточка. Тоже здесь все затягивается, ну прям кайф. Боже мой, тут еще какая-то коллекция. Чувствует настоящая коллекция, созданная с любовью и теплом. Давайте смотреть, что здесь такое есть. Тут есть и костюмы какие-то, и куртка. Ну, кстати, тут вот из всего этого я бы как раз-таки выбрала куртку, потому что очень даже красиво смотрится. Мне нравится такой пыльно-розовый. Неплохо, неплохо. И куртка из такой коллекции стоит 5000 рублей, даже меньше. Булочка. А, прикиньте, это вместе с Буше. Коллекция Буше – это такая вот кофейня, кафе, булочная, где вензеля продают, питерская. Очень-очень прикольно. Класс. Блин, ну это очень мило. Смотрите, какие философия доброты, да? Здесь всякие булочки нарисованы. Все будет хорошо, моя ягодка. Ну прям очень классно. Так, все, я точно возвращаюсь потом для того, чтобы вам показать более подробно еще коллекцию. А что вы понимали, если вам мало было бомберов, в Сэлла есть еще бомберы, еще более классные, честно говоря. Я бы уже и растерялась, и не знала, что выбрать в очень красивых, дорогих таких оттенках. Форма классная, здесь вообще без всяких деталей, еще и кармашки скрытые. Довольно-таки объемные и теплые, теплее, чем то, что я показывала вам до этого. 5800 такой стоит, в таком вот кофейном цвете тоже, конечно же, очень даже красиво. Ну, прям какая-то вот сказка, сколько всего. А, вот такие вот темы тоже здесь есть. Честно говоря, я не помню, какой бренд придумал вот эту куртку, там даже лого такое же. Вот, ну теперь все повторяют. 7000 рублей стоит такая куртка. И еще вот такая вот. Ой, это прикольная. Знаете, как вам это объяснить? Как резина какая-то. Очень даже классно смотрится. В трех таких вот цветах. Очень классно. Что еще здесь есть? Это распродажа, друзья. Все, что я показывала вам до этого, можно купить сейчас распродажей по очень привлекательным ценам. Чем вам не вот такой вот пуховик, который и попу прикроет, и будет теплым, и довольно-таки легким. Сейчас на распродаже стоит всего 2000 рублей, пожалуйста. Есть еще и в бежевом цвете. Ну, прям классно. Вот эти, конечно, куртки, рубашки уже немножко надоели, но вот. Очень классная, теплая, правда, куртка. Я, кстати, такую вообще не видела зимой. Регулируется талия. Ну, прям крутая. Ну и, конечно, красный почему-то
почему-то популярный сейчас у меня цвет. Раньше я его не сильно любила, и 2000 рублей тоже стоит. Поэтому обязательно обращаю внимание на отделы распродажи, потому что здесь можно найти тоже классные товары. Не обязательно покупать куртку там в 2, а то и 3 раза дороже. Можно все пока что найти здесь. Длинные пуховики сейчас носим и готовимся на следующий год вообще по 3600. Вот этот вообще офигенный, супер-супер теплый. О, а это из коллекции, да, Сибири. Очень классный. И вот этот бушлат тоже интересный такой. Но этот стоит 3600. Кстати, искусственные шубы Тедди с таким вот, с подкладкой, поэтому они более теплые, стоят 4500 сейчас. Вот эту куртку я тоже вам показывала, к ней еще идут штаны, очень теплые, классные, тоже из коллекции Сибирь. Сейчас такая стоит 4600, а стоила, по-моему, 10. Кстати, а вот и штаны есть тоже. Поэтому можете купить себе прям настоящий такой костюм для того, чтобы на горке ходить. Я не знаю, даже если вы на лыжах где-то катаетесь. Вообще очень даже классно. 3000 рублей стоит. Кстати, все шапки сейчас по 500 рублей тоже на распродаже. Выбор огромный. Вот эти, помните, я тоже вам показывала, когда прям вот их... Причем это натуральная шерсть, когда у вас и шапка, и все прикрыто. То, что нужно в минус 20, 1000 рублей такая стоит. Очень классно. Шарфики тоже обожаю. Но новая коллекция, видите, сейчас вся с такими вот леопардовыми принтами. Класс. Я хочу сказать вообще, что Сэла в Метрополисе, в Москве, очень крутая, правда. Здесь, во-первых, почему-то не так много народу, хотя уже вечер пятницы, все очень аккуратно разложено, и действительно есть выбор и новой коллекции, и распродажи. Очень круто. Ну а мы с вами по традиции давайте подведем итог магазина Сэла и вообще верхней одежды, конечно же. Честно говоря, я в восторге от большущего, просто огромнейшего выбора, который здесь сейчас есть. Я обязательно вернусь для того, чтобы снять вам еще и новинки одежды. Пишите в комментариях, конечно, если будете ждать. Огромный выбор на разный вообще вкус. Единственное, что я не нашла, это каких-то, знаете, там типа пальто, тренчев. Мне кажется, это появится немного-немного попозже. Сейчас же куртки, которые можно носить и сейчас, если вам уже надоели ваши зимние, и чуть-чуть попозже также. Так что заходите, примеряйте и, конечно же, покупайте. Ну и не забываем, что распродажи еще идут, и там тоже можно ухватить классные товары. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я с радостью все почитаю. Конечно, подписывайтесь на мои социальные сети, там иногда я тоже что-нибудь интересное показываю, делюсь классными ссылками, мы вообще будем с вами знакомиться поближе. Ну а вам я желаю отличного дня и отличного шопинга. Пока-пока!